можно. Я специально привез вам карту. А что это, сэр? О переброске вооруженных сил Польши. Не отдавайте ему карту. Слышите? Границам союзного государства, о чем вы говорили? Теперь ребенок нашел. Сокровище. Мы видим, готовится почва. Зачем? Он больной. Допустим, одна из бригад. Допустим. Но мне нужны факты. Место свое нашла в 40 километрах от Бреста. Баклан, твое место у Параши. Стояли километров 500. 500 и шо? Перебросили на 40 километров. В целый 40-градусный консилиум. Где карта, Билли? Нам нужна карта. Карту я покажу, мы это все видим. Что еще? И чуть больше 100 километров от Гродно, вторая бригада. Обстановка напряженная. Нас начали напрягать вагнеровцы. Это тогда начались нервные припадки. Просится на запад, разрешите нам. Разрешите пепсю? Я говорю, вам зачем на запад туда? Пока туда-сюда все обойдется. Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Главное, люди должны понимать, что руководство страны контролирует ситуацию. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. Сходи и не вернись, а? А Жешув для них неприемлемо. Почему? Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. Ну, все знают, что китайская техника, она... некачественно. Да, знают все. И у них вот это внутри сидит. Жульман на жульмане сидит и жульманом погоняет. Жешу – это беда. Теперь эта грозная сила взбунтовалась. В Москву пришла беда. Конечно, я конечно держу их в центре, как договорились, в Беларусь. А хотелось бы поподробнее. Не хотелось бы туда их передислоцировать. А что так? Потому что у них настроения плохие. Если у вас от чего-то испортилось настроение, то не надо его портить другим. И надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг союзного государства. Что знают двое, то знает и свинья. Ну, это так, штрих. В результате что я получу? Эпсилон, альфа, бета, гамма, дельта, альфа, альфа, штрих, дельта, альфа, бета, штрих, дельта, альфа, гамма, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому. Отвечать будете оба. Одинаково. И я прошу, чтобы вы тоже смотрели этот вопрос у себя. Так я попрошу тебя відсмоктати у мене. В плане нашей поддержки уже по Западной Украине. Ну, пойдем спустим небожителя на землю. Мой любимый размер.